Главу Верхнеуральского района заключили под стражу на 2 месяца. Такую меру пресечения суд Центрального района избрал для Михаила Ломакина на время следствия. Чиновника подозревают во взятке и вымогательстве. Адвокат просил отпустить подзащитного под домашний арест с залогом в 1 000 000 рублей. Но суд удовлетворил ходатайство обвинения. Напомним, Михаила Ломакина задержали с поличным в центре города. Он требовал от магнитогорского предпринимателя 700 тысяч рублей и получил часть взятки валютой. Единственное, я привез не 700, а 460 баксов. По версии следствия, до этого он вымогал у коммерсанта долю в бизнесе. Впоследствии он потребовал у мужчины денежную компенсацию в обмен на отказ от требований в доле в коммерческом предприятии. Расследование уголовного дела продолжается.